Вот за что можно любить белорусский футбол и нашу работу, это за то, что она дарит нам возможность побывать в таких необычных местах. Вот, Юра, вот ты когда-нибудь в Чести побывал бы, если бы не сегодняшний матч? Вот и я тоже думаю, я вряд ли. До сих пор пребываю в легком шоке. О городском поселке Чисть известно немного. Мы знали только некоторые факты. Поэтому историю этих мест лучше всего расскажут местные старожилы. Здравствуйте. Можно вам пару вопросов задать? Да, пожалуйста. Никаких проблем. А вы сегодня на футбол идете, да, я так понимаю? Так точно, командир. А какая команда сегодня к вам приезжает? Это, ну, я имею в виду Динамо. А скажите, пожалуйста, почему называется Чисть? Вот это я не знаю. Откуда он может знать? Я откуда я буду знать, если я приехал в Чернобыль? Чисть — это название произошло на поселке Чисть, это где-то в 50-х годах, когда начали разработки, торфопредприятие начало. Разработку здесь вот очень большая залю торфа была. В 53-м году здесь вообще ничего не было. Просто в 53-м году построили завод торфопрекетный. Торфопредприятие. Здесь торфопредприятие, да. И поселочек построили. Маленький. Маленький. Бытует мнение, так, что Чисть — это белорусская Швейцария. Нет, провести не смогу. Когда это, а почему? Ну, как это вам правильно ответить? Как она может быть белорусской Швейцарией? Когда у нас было 5 заводов здесь. 5 заводов. Ну, а сейчас почему-то они не работают все 5. Работают очень много. Завод фабрикетный, он работал где-то примерно до, может быть, 80. Вообще заводы были. А потом Забудова построила здесь, предприятие Забудова. Это уже, да, теперь вот, там целый вот, целый городок, вот там за лесом туда. А кто в них живет? Ну, всякие люди, есть молодец, ну, откуда только у кого есть деньги, строили еще. А вот эти, как эти, вот тут, это строила Забудова. И они строили как для своих рабочих 50 на 50. Ну, ребята, блогеры. Спасибо. За кого болеете? Ну, конечно, за Минск вообще. Отлично. Как добрались? Нормально. 12:48. Электричка, все прекрасно. Такой трехкилометровый у нас, правда, получился барьер сюда, потому что автобусы мы опоздали. А вы на футбол сегодня идете? А как же, вот идем. А за кого болеть будете? За наших. За кого ты сегодня будешь болеть? За Чисть или за Минское Динамо? За хорошую игру. За хорошую игру? А ты за кого будешь болеть? Как вон. А? Как вон. В последнее время весь спорт – продаж. Теперь немного истории стадиона. Поле. Вот это поле, оно было совсем другое. Нидерланды, Голландия выделили ковер, вот этот. И он хранился в Молодечне, Москва, да. Лукашенко сразу наложил резолюцию на школу Чисть. Но этот ковер придержали, и стадион не хотели ремонтировать. Пришлось лихаться, в том числе и мне. И получился вот такой интересный школьный стадион. Стадион, конечно, хороший, но вот скамейки запасные сделать не сделали. Просто не сделали. У нас и высшие лиги, это не все в порядке в некоторых стадионах. Не говоря уже про первую лигу, а это вторая лига. Здесь играют пару команд из Дюшор, команда из Любани, команда из Житковичей. Ну и Чисть в их числе. Футбольный клуб Чисть интересен в первую очередь своим легендарным футболистом. Николаю Метлицкому 56 лет, и он до сих пор в составе. У нашей команды наоборот, в этот день дебютировали молодые игроки. В первом тайме «Динамо» забило один раз, потом еще раз. Постарался Урош Николич.
и еще два мяча от Артема Кийкова в втором тайме, и итог противостояния 4-0. Впереди 1/8 финала.